Здорово, народ. Будем менять сейчас трехфазный предохранитель или автомат. Автомат, правильно, да? На это. На климатизации, ну, на кондиционере. На это цечковый, 40-й, 40-амперный цечковый, на это, на 40-й дечковый. Так, ну вот сейчас узнаем, где у нас выключаем. Сейчас узнаем, где у нас напряжение. Ну, похоже, должно быть сверху. Старею, блин. Так. Первая фаза. Вторая. Вторая.
Как же там до тебя добраться-то? Курва. Ах. Ах, ё, Наташа. Так, снимем мы, наверное, еще и вот это, потому что, ну его нахрен. Хорошим это не закончится. Зараза, что это такое? Подожди, чуть-чуть откусим, чуть-чуть. Есть. Так.
теперь отцепляем этот. Закроем сначала, а потом включим. Так. Этот, похоже, уже не закрывается. Этот, да. Сейчас попробуем его другой отверточкой закрыть. Стоп. Надо сейчас включим и проверим. Потом это. Да. Есть. 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 Еще дотянем, проверим. Блин, куда я не попал? Так надо. Так, есть. Попробуем позакрывать все раздолбанное. Но этот, похоже, не закроется. Не этот закроется. А этот, даже интересно. Этот закрылся, но не держит. Кабина мешает. Тут ничего не сделаю. Так, попробуй. Так, видите, закрылся. Да? Ага, еще у меня вот этот не закрылся. Сейчас попробую. Вот так. Все, держит. А ну тут еще раз попробую сейчас. Не, раскакивает. Но тут я ничего не сделаю. Так вот, столько можно сделать. Все. Вот все. Больше вырезано, наверное. Ну все, все, что я мог, я им сделал, что хотели. Но, ребята, так делать нельзя.
техника безопасности.